проснулась от шатания нашего дома. А я спала на втором. И надо мной все пролетело туда внутрь. Ну и потом я выскочила. Думаю, что ж так светло, я гляну, а там начало гореть. Вот все выехали, вот это стоят никого. А там он на четвертом женщина была, она выскочила, и там остальные. Бомбежка, прело все. Я на кухне с кошкой была, вниз упала и сразу пламя. Где вы приховывались? Куда? Ну, в подъезде на первом этаже, возле входных дверях была всю ночь.